Всем привет, меня зовут Соня, и вы попали на мой канал. В общем-то, ребята, это видео будет видео-влог, день со мной. Сейчас я собираюсь, потому что я скоро пойду с мамой в кино. Я вам попозже покажу свой лук, а сейчас я крашусь, и надо было делать быстро, потому что мы можем опоздать. В общем-то, ребят, сейчас я уже пришла домой, и когда я вам, вначале говорила, о чем будет видео, я немножечко ошиблась, потому что я говорила это все быстро, потому что я боялась, что мы опоздаем с мамой на кино, но мы не опоздали, и все было хорошо. Вот, на самом деле это видео будет не один день, а несколько дней. Я не буду вам говорить, что будет происходить в дальнейшие дни, но это точно должно быть интересно, я надеюсь. Вот, сегодня я начала снимать это видео только из-за кино, в принципе, потому что больше ничего интересного не происходило. А мой день прошел обычно. Я провела время с мамой. Мы купили мне куртку, я вам попозже покажу. Вот. И, в принципе, все. Сейчас мы будем кушать моти, которые мы заказывали с Инстаграма. В общем, ребята, я уже пришла, сходила в ванну, надела маску, помыла волосы, вот как-то так. Сегодня ничего такого не происходило, но завтра мы с семьей пойдем в боулинг. В общем, ребят, сегодня у нас уже 6 января. Сегодня мы с семьей поедем в боулинг, поэтому сейчас я собираюсь. Я оделась, я буду в своем, как он называется, в лонгсливе. Вот в этих штанах. И сейчас я буду еще краситься. Мы сейчас пойдем, точнее, поедем домой. Мы сейчас уже с мамой приехали. Идем в Пятерочку. На улице такая красота. В общем, ребята, я пришла домой только что. Мы еще также заходили в магазин. И сейчас я вам быстренько сделаю обзор, что мы купили. Какие вот чипсы я возьму. Колу. Это все, что я показываю, это мне. Потом такие вот две штучки, но это мне и моей сестре, если что. Такой вот ломтик. И вот такая шоколадка. Вот. И еще также Бургер Кинг. Мы когда были в другом центре, купили еще Бургер Кинг с собой. Еще также я хотела вас спросить, создавать ли мне свой телеграм-канал про этот канал. То есть у меня есть свой телеграм-канал, там, где только мои друзья. А я хочу, чтобы у меня был еще также такой канал с вами, потому что у меня закрыты комментарии из-за Ютуба.
Вот. И если вдруг кто-то хочет со мной пообщаться, то я для этого могу создать телеграм-канал, где вы будете со мной общаться, где я буду выкладывать видео. Ну, то есть говорить, когда будет новое видео и так далее. Вот. Если вы хотите, чтобы я создала телеграм-канал, то давайте наберем под этим видео 20 лайков, и тем самым вы покажете то, что вы хотите, чтобы я создала телеграм-канал. Как только я его создам, то в следующем видео я об этом скажу.